Ты давно замужем? Достаточно давно, чтобы понять, во что вляпалась. Звучит не очень ободряюще. Именно так. Понимаешь, быть женой Грегори – это как нервная дрожь. Я чуть не убила его по дороге на свадьбу. Что? Ну, на самолете, понимаешь, я летела. Это длинная история. Расскажешь когда-нибудь? С удовольствием расскажу, моя дорогая. Ну, как я уже говорила, надо найти время. А какие у тебя сейчас к нему чувства? Грегори? Я без ума от него. В буквальном смысле слова. Я из-за него чуть из окна не выпрыгнула. Ты хотела себя убить? Нет, из-за мужчины. Ты что, смеешься? Нет. Я пыталась привлечь его внимание. На это только мертвый не отреагирует. Именно. Я пыталась заставить его отдать мне мои акции, которые он украл. Понимаешь, у нас с ним не только личные, но и деловые отношения. Жизнь, она такая сложная штука. Думаешь, я ненормальная? Нет, просто мне жалко, что тебе пришлось таким образом добиваться того, чего ты хотела. Ничего страшного, на мне была надета страховка на случай, если я упаду. Что, собственно, и случилось. Я же говорю, длинная история. Нет, ты все-таки ненормальный, такая рисковая. Да, я считаю себя рисковой. И думаю, что это дар. С тобой как на вулкане. Моя лучшая подруга обычно так говорила. Говорила? А где теперь эта подруга? Все в порядке? Мы как бы заново знакомились. У меня такое чувство, что я знаю Энни целую вечность. Как это тебе, Тим? Извините. Hello. Dana, hi. Дана, привет, это Мэг. Мэг, hi. Мэг, привет. Я подумала, что ты еще не спишь. Я так переволновалась за тебя сегодня. Как ты? Намного лучше, спасибо. О чем вы с Даной говорили? Там кто-то есть? Well, yeah, actually, да, это Тим, и с ним... С ним... Так мило. Я рада, что он у тебя. Да, он очень хороший друг. Послушай, не хочу тебя задерживать, уже поздно. Передавай от меня привет Бену. Спокойной ночи. Тим, зачем ты это сделал? Почему ты не захотел, чтобы я сказала Мэг, что здесь Энни? Мэг работает с мужем Энни, как и я. А мы не сказали Грегори, куда сегодня вечером поедем. Мэг очень преданная особа, а мне не очень хотелось, чтобы Грегори знал обо всем, что я делаю. Я тоже преданная, но по-своему. Дана, нам удалось уговорить вашего доктора прописать вам легкое успокоительное. Вот видишь. Да, мне нужно отдохнуть. Вы заставили меня сегодня забыть о моих горестях. Правда? Я к тебе еще приду. Ловлю на слове. И спасибо, что зашли. Спасибо за все. Не за что. Главное, отдыхай, ладно? Ладно. Спокойной ночи.